пойти дальше. Потом Зубко надо заступником. Это он на посаде коммуник аппарату. Как они видят изменения самой структуры министерства и вообще? Кто и расскажет? Не знаю. Давайте сначала с кем-то одним встретимся. Я говорю по порядку. По порядку просто. Кто, как? Сначала с одним, потом с другим. Ну хорошо, нет, давай, скажи такое, раз ты с ними уже встречался, скажи мне, пожалуйста, а тебе кажется, что это более вменяемо, чем было? Я думаю, что эта команда пришла из милиших, у них другого выхода нет, и они на это настроены. Шо-то, это не очень понятно. Ну, серьезно. Так шо-то это шо? Ну, изменить, какие-то реформы провести, чтобы культура как-то по-другому. А как они с Яценюком сидят? Ну я не знаю, честно говоря, как они. Ну ладно, да, так что Донбасс, скажите, Донбасс, извините, что? Там же Артюхина вроде сегодня уже приехала или нет? Со всем уважением, мы же вместе были все. Но я не думала, что на кино будет так. На вам Донбасс. А, ты же приехал, да? Да, вчера утром. Она приехала и пишет. Привет! Я уже на месте. Я тоже вчера приехал рано утром. Я понял. Пока. Ты завтра. А пойдем еще, пожалуйста? Конечно. А вы завтра с Софией? А из какой Софии? А вы про Даниэля, этих мозаик. Ну, это будинок сейчас, сори. А чуєш? А хто-небудь зареєструвався цю музичну академію, там якісь будуть збори, так? Да? Я не знаю, тільки вчора приїхав. Ларіс, а чуєш, ти ж заявочку не давала в регістрацію, от це, що в музичній академії якісь там щось, що там? Я вчора так... Громадська рада. Громадська рада, так? Да. Ну я член громадської, верні, наша організація громадська член громадської. Що там інтересно? Там надо ничего интересного. Приходить, послушать. Туда надо прийти и устраивать там бум. Дебош. Я не слушаю, конечно. Я уже давно. Да, так что Донбасс? Фух, я так устал. Я не знаю, почему, но я очень устал.